И моя любимая рубрика «Ночной движняк в моем королевстве». Мелкий товарищ ждет еще таракана. В этом возрасте жор у него конкретный, но перекармливать нельзя. Зато инстинкты, да и камера движения встроенная на ура. У мячков своя атмосфера, кто-то спортом вот занимается. Вот девки решили пресс покачать, побегать немножко, поотжиматься вот на решетке наверху. А вот мужчина с детьми спит. Кстати, дети через неделю будут продаваться. Кому надо, обращайтесь. 300 рублей джунгарский хомячок. Самовывоз Краснодон, кому нужно. Мышки дружно повесились. Вот как бы есть на ком. Поэтому это на грошики. А там вот на заднем плане золотуха стоит. Ну, девки любят вешаться. Я уже показывала не раз. Ну, вот и мужчину заодно в качестве пуфика. А там он золотуха бегает. Семочка закопалась в копошилке. Есть таракани контейнеры. Один, второй, третий. Тупо все дрыхнут. Один буринг йогой страдает. Всякие зигзаги тут мне выписывает. То так станет, то так. Жопа на термоковрике. Сам вот тут подальше. Затейник. Я не могу. Ну, больше всех отличился Норма. Но то, что он тут все салфетки в угол споры, воду сдвинул, то фигня. Смотрите сюда. Его домик, он сказал, ну его нафиг, меня вот это вот уже достало, эти съемки без конца меня снимает, он взял тут, забаррикадировался. Норман, тебе там нормально? Короче, он отогнул картонку сверху и туда вот весь укупорился. Сейчас, конечно, я его открою, но сам факт остается фактом, то есть ребенок говорит, все, я больше в съемках не хочу участвовать. Самое прикольное тут скотчем было, то есть даже вот видно синий скотч, я тут лепила. И вот он туда вперся. Солнце, давай я тебя достану и переклею твое королевство. Шенурман говорит, меня уже замахали вот это всякими наговорами на змей, всякими фантазиями и так далее. Скажи, вечно я отдуваюсь, снимаюсь вот в этих вот видеоответах. У него даже на лице написано, вообще капец какой-то. Еще одна девушка на меня сильно обиделась, где Норман ползет, типа охотится на собак на видео. Вот, типа, чисто инстинктивно он их задушит. Боже, ну попросила почитать про королевских питонов. Нет, человек обиделся, что я тут грубая, агрессивная и так далее. Ну, блин, почему-то я не стыжусь самообразованием заниматься в свои 45 лет. А вот все остальные что-то прям вот сильно обижаются, когда я говорю, самообразовывайтесь, если что-то не знаете, фигню не пишите. Не может он даже инстинктивно их замочить, так сказать, и задушить, потому что они не пахнут мышами, собак он не ест, его еще и хрен накормишь, только в темноте положишь заморозку, он еще ее не берет, и только под утро, может быть, съест. Да, потому что это королевский питон, а не тигровый. Понасмотрятся, скажи, фильмов ужасов, а потом начинают фантазировать. Ужас, ужас. Норман, я только комментаторами такими питаюсь, прихожу к ним по ночам. Да, не иначе, по-другому никак. Да, вот такая вот печальная история. Жесть.